У вас сразу Прага? Да. Мы на Истамбул с пересадкой и потом на Прагу, потому что сейчас не летает. Ну, через Украину не летает. Нет, через Истамбул прямо в Прагу. Нет, я понял. Кава лалам, китан шекерли. Еши чай лалам, я еши чай, еши чай лалам. И потом? Потом будем работать. Кто в школу, кто на работу. У Максика, у Максима и у сына каникулы. Это неделя. И следующая неделя уже школа начинается. Мне надо на работу. Зараблять деньги опять. Что? Из... Что? Ничего страшного. Все, уже снимаем, да? Снимаем? Да, да. Давай, кто главный у вас? Ты главный. Она будет, больше будет говорить. Да. Она будет. Лучше, да? Почему? Он тоже хороший человек. Он хороший человек. Но ему надо хорошо. Так то место меняем. Хорошо. Между вами. Да, давай. Вы там. Там. Все. Там, вы сюда. Нет. Вы здесь. Вы главный. Главный. Кто сюда? Хорошо. Да, да, да. Так. Вы первый раз когда? Что? Он говорит, микрофон надо. Да-да-да, сейчас я там, не переживай. Куда? О, не, мне? Можно раз? Не, не хочу. Почему? Не хочу. Вам черный идет. Я знаю. Вот так нормально. Да? Так нормально. А вы первый раз в Алании? Нет. Мы в Алании были 16 лет назад, в первый отпуск наш совместный, когда мы только начали жить вместе. Это как медовый месяц или как? Медовый месяц. Да. Медовый месяц. Это как будет по-турецки? Балай, а? Балай. 16, да, да, 16-17 лет. 17 лет назад. Да. И в каком городе? Ну, здесь. Здесь, Алания. Да. И здесь вот мне купил колечко с бриллиантом. Это здесь можно да, 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 да. Это 17 лет, да? Да, да. Кошмар. У меня еще месяц. Месяц назад мне подарили это. Красивое. Это тоже неплохой. Могу померить. Самый главный, сильный, хороший человек. Все, оставляю. Это один застройщик мне подарил. Красивый, красивый. С застройщиком хорошие отношения держат. Конечно, конечно. Так, и расскажите, как вы попали, интересно, Алания, почему конкретно город Алания? Прага тоже очень красивый, хороший город, правда? Да, Прага очень красивый город, это старинный город, есть куда пойти погулять, посмотреть, изучить историю. Но у нас одна проблема. У нас нет моря в Праге, а ваша страна предоставляет нам тепло, уют, здоровье. И почему Алания? Угу. Почему Турция? Почему Турция? Потому... Самый главный капитал. Наверное, все-таки потому, что мне здесь легче все-таки понять систему. Договориться для меня лично. И Турция стала большой моей любовью. Я каждый год сюда 4-5 раз в год приезжаю к морю отдыхать. И просто уже отели надоели. Не люблю уже отельный отдых. И решили мы другой системой пойти к этому вопросу. И я всегда мечтала с маленьких, с детства иметь, жить возле моря, смотреть на море. И это мое. Мой муж больше любит снег, горы, лыжи, а я люблю тепло. Потому вы снимаетесь, меня не холодно. Турция – любовь моя. Я очень люблю Истамбул. Часто туда езжу. Люблю разнообразная страна, правда? Да. Я люблю историю турецкую. Наверное, знаю ее. В каком городе были еще в Турции? Алания, Белек, Кемер.
Туристические районы. Да, были, да, туристические, да, районы. А да. Вы не были в Каппадокии, а потом Мерсин, там тоже очень красиво. Мы хотим, но мы сказали, купим квартиру и потом будем уже ездить себе. То есть есть, да, да, путешествовать по Турции. Да. Потому мы поменяли свой способ отдыха не в отелях, а вот что квартира будет. Да. Нам будет легче потом здесь. Сейчас вы занимаетесь процессом, да? Мебель купили, бытовая, да, техника купили. Да, да. Покупили уже все, сегодня уже докупили такие мелочи, да, чашечки, там, ложечки, да, тарелочки. Приятно, правда? Ну, это приятный процесс. Еще очень интересно мне, вы купили издалека онлайн, правда? Да. А как это так бывает? Вы не боитесь? Вы знаете... Ваши деньги украли, убежали, потом не нашли кейфики. Да, это очень большой опыт для меня впервые в жизни. Это, даже мне если... Мне кажется, это страх. Полгода тому назад мне сказать, что я онлайн куплю квартиру, не прошло. А, наверное, все-таки благодаря Андрею, который снимал с вами видео, да, ваш друг. И... Андрей, привет! Да. Андрей, здравствуй, Андрей. И когда мы общались, переписывались, я сначала хотела Анталию. И спросила его, как... Он говорит, ну, если бы я покупал, я бы купил Аню. И как-то мы так пообщались, и я поняла, что надо... И он дал ваш телефон. И Кейвик пошел, да, показывал онлайн, снимал, да, правда? Да. И самое главное, я пересмотрела все ваши видео вашей фирмы. Наверное, раз 20 или 30 можно, или 50. И как-то вы на меня... Впечатление пошло. Я вам доверяла. Через онлайн. Не ошибались. Надеюсь. Правильно, человеки попали, правильно, адресе находитесь. Да. Мы 13 лет на рынке недвижимости, и у нас 3 офиса есть. Маленькие компании вчера не открыли офис, раскручен компания. Так что добро пожаловать, Арба Томс. Спасибо. Так что нам тоже очень приятно с вами. Поэтому я вчера вечером вам написал, давайте интервью с ним предлагать. Спасибо, что не отказывали. Нет, нам так приятно с вами общаться. И потом, какие у вас сейчас планы на будущее? У вас сколько детей? У нас совместных 4 ребенка. 4 дети. Да. Молодец. Папа хороший. Вместе работаем. Вместе работаем. Молодец. 4 дети. Обычно у меня страсти так не бывает. Да? Да. Молодец. Нет, уже. Мы уже это оставим детям. Нет, я тоже планирую 4-5. Да? Да, планирую. В последнее время энергии уже мало у меня, но получится. Процесс сейчас идет. Самый главный процесс. Да, процесс. Это процесс, самый приятный. Нет, я процесс не люблю. Результат. Он будет. Да. 4. Они взрослые уже? Да. 31, 28, 27 и 13. Поэтому вы большие, два этажа. Да, 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 да. Чтобы детям, да, тоже удобно, да, было. Чтобы детям было удобно, чтобы внуки могли приезжать, и мы могли с ними отдыхать. И как-то так. Очень хорошо. Я рад. Еще очень хорошо место расположения. Ну, место расположения центр прекрасно. Центр города. Всегда на море. Да. Гору. Да. Отделка качества хорошо. Это сайт-центром, друзья. Еще в системе «Умный дом». Еще для каждой квартиры есть кладовка, правда? Да, даже 2. На балконе еще есть. Еще балконе, если я это не считаю, просто об винусу в подвале. Это и не маленький, большой, правда? Да, 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 да. Очень качество хорошее, стильно, правда? Центр города, всегда на море. Нам нравится даже то, может, кому-то хочется очень большой инфраструктуры, очень большой территории. А нам как раз это подходит, потому что там меньше тишина. Меньше люди. Тишина. Я всегда говорю, чем меньше, чем лучше люди, что более, больше счастья, правда? Тишина. Там всего 18-19 квартир, и тишина, типа, центр, еще центр, правда? Да, да, да. Везде пешком можно ходить. Да, так, да. Уже мебель все заказывали, да? Да, уже не все. Не обставили просто? Нет, еще у нас месяц, наверное, так будет это длиться, пока все будет.
Ну, уже мы замерили и жалюзи, нам будут делать, и кондиционеры, и мебель, и технику все заказали. Технику мы все заказали в одной фирме Bosch, чтобы все было от Bosch. И дети вместе приедут или потом отдельно, отдельные премии, разные премии? Ну, я не знаю, как получится уже у нас. Ну, младший пока живет с нами, сын. Ему 13 лет, тот ездит с нами. У меня еще родители живут с нами. Ага. Тоже любят море, тоже любят отдыхать в Турции. Угу. Как-то так мои знакомые все тянутся со мной в Турцию. И в прошлом году знакомые поехали с нами первый раз в Турцию. И у меня получилось их влюбить в Турцию. Показать им Турцию так, что они влюбились в Турцию. Это домашний, натуральный, горячий, все то, что готовили здесь. Спасибо. Я люблю руками кушать. Ничего вам? Не, как вам удобно. Да. Как вам удобно? Домашний, если домашний, надо руками кушать, правда? Да. Я люблю домашний. И вы для себя, да, брали? И для сдачи аренды, для инвестиций? Только для себя, правда? Ну, сейчас это под вопросом стоит. Ну, чинят, там хорошие, красивые, правда? Не знаю, сейчас ситуация вот эта на Украине, и я не знаю, как... что получится. И вот мы сегодня с мужем говорим, наверное, мы пока сдавать не будем, потому что я не знаю, может, мне надо будет кого-то с родственника отправить срочно, мобилизировать кого-то. Я не знаю. Сейчас ситуация сложная. Я не умею сказать, что будет завтра, что будет после. Вы про Украину говорите, да, правда? Да. Действительно, я за мир, друзья, я за мир. Я тоже. Вы тоже за мир, правильно? Прости. Люди, прости, народ переживают, а там главный, кто есть там, политика, как шахматы играет, правда? Простые люди очень переживают, надеюсь, это закончится, чтобы жить нормально, правда? Мы хотим нормально жить, нормально. Один раз живем, и политика нам не дает спокойно жить, правильно? Я тоже очень переживаю, надеюсь, это... Я не хочу жить прошлым, что было вчера, там у кого какие-то... я хочу жить будущим для своих детей, сегодняшним днем, будущим. Но прошлым я не хочу жить. Кто кого обидел, кто кому что-то должен. Зачем нам надо это? Что было, то было, прошло. Нам надо строить будущее. Вместе, вместе, не отдельно, а вместе. Чтобы вместе мы сила. Да, за мир. Да. Да. Так что Украина, Россия, давайте за мир. Все, правильно? Да. Итак, спасибо вам большое. Не и за что. И папу тоже большое. Так что спасибо вам. Приезжайте. Очень приятно, что познакомились. Действительно, вы очень приятные люди. Спасибо. У вас энергия очень хорошо. Спасибо, потому что у меня очень мало друзей. Я вчера не успевала отписывать. Они, Боже, ты где пропала? Сколько можно не отписывать на смс? Я говорю, не успеваю все. Работа много, правда? Да. Обставку, да, это да, 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 да. Действительно. Да. Все, операторы, заканчивай. На меня смотришь, так? Друзья, удачи вам. Сегодня с вами был Прага. И, между прочим, я тоже собираюсь в Прагу, Сентябрь, сказать, что сами... Можно микрофон мне? Сказали, что сами хорошее время посмотреть, это Сентябрь, поэтому я за неделю хочу туда съездить, посмотреть Прага, город Прага, посмотрим. Так что, и, наверное, вы встречаете меня? Конечно. Конечно, хорошо. Приезжайте, мы вас приглашаем. Не так первый... что у меня там много людей нету, только вы, еще одна семья есть. Угу. Так что... Чем сможем, тем поможем. Да, встретим можно аэропорту. Руки обратно? Можно. Вы забрали, вы не отдаете. Спасибо. И у меня подарок вам. Можно? Вот для... записывайте что угодно, пишите. И вспоминайте про компанию Arbotoms. Друзья, вот такой у нас есть тетрад. Ажанда, да? По-русски как будет ажанда?
блокнот, у нас блокнот и такой, такая ручка есть, ручка, вот такой ручка, фирменная ручка. Если кому-то нужно, если вам интересно, можете к нам обращаться, мы вам отправим, между прочим. Хорошо? Спасибо. Спасибо большое. Давайте. Удачи вам, друзья. Пока-пока. До свидания.